и проанализировав стоимость земли, в принципе, по западной группе, стоимость участков очень низкая в Ачинском районе. То есть в некоторых случаях она доходит до смехотворных сумм. То есть когда у нас, в принципе, за участок под ДЖС порядка 20 рублей в год, ну, рублей не тысяч, то как минимум планируется, что доход в бюджет за сдачу в аренду увеличивается от 30 до 50%. Но принятие данных коэффициентов экономически необходимо. Сергей, скажите, вот по ДЖС, действующий коэффициент и коэффициент на 2022 год, насколько они изменятся? В рублях. Вы сказали, 20 рублей платят. Порядка в данном случае по ИЖС могу сказать, что стоимость аренды возрастет где-то в 2-3 раза. Если он платит, например... 20 рублей будет 40. Но учитывая, что цены, стоимость это очень давно не пересматривается, другими регионами она уже рассматривалась. И сложность в том, что где-то, кто своевременно отреагировал на это, повышение коэффициентов было плановое, постепенное, и поэтому оно не настолько заметно будет. У нас это, учитывая, что ранее работа не проводилась, будет несколько заметно. Это же коснется и садоводческих обществ? Это всех участков коснется, и промышленных, и всех, и сельскохозяйственных.